Сегодня на парковке гипермаркета «Глобус» посетители необычные – Дед Мороз и Снегурочка. Правда, от привычных сказочных героев их отличает как минимум надпись «Полиция» на тулупе. Потому полицейский Дед Мороз и задает необычные вопросы. А правила дорожного движения знает тоже? А что знает, расскажешь нам, поделишься с дедом? Малыш то ли стесняется, то ли забыл. И на помощь приходит папа. Говорит, показывал ему и дорожные знаки, и разметку. В общем, ПДД знает. В награду за свои знания мальчик получает подарки. Во-первых, такой сладкий подарок. Во-вторых, полезный подарок, который пригодится тебе, когда ты будешь идти в детский сад, например. Это такой световращающий прилочек, который светится в темноте. Он позволяет нам в темноте быть заметнее другим участникам дорожного движения. Такую акцию организовали сотрудники госавтоинспекции. Основная цель – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Потому один из важных подарков – это световозвращатели. Не забыли и про родителей. Им выдают специальные памятки с перечислением основных правил безопасности дорожного движения. Подарки получат все, независимо от своих знаний. Но в том числе хотелось бы проконтролировать уровень знаний, которыми владеют дети, да, у нас. Где нужно переходить дорогу, как нужно переходить дорогу, что должно быть у нас на одежде в темное время суток. Если ребенок этого не знает или родители, сейчас зачастую родители тоже не знают многих аспектов, мы все рассказываем, показываем и дарим полезные подарки в виде световозвращающих элементов, сладких подарков, памяток. Так что пока обычный Дед Мороз просит ребят прочитать стихотворение, полицейский просит напомнить основные правила дорожного движения, как малышей, так и взрослых. Я полицейский Дед Мороз, необычный. А первый раз делаем администрацию такой вот подарочек. Водитель, кстати, автомобиль свой переставил. А повлиял на это Дед Мороз или сотрудник госавтоинспекции в погонах, пусть каждый для себя решит сам. Новогодний волшебник свое шествие продолжает. За рулем едете? Вот, давай, Мишка. Хорошего Нового года. Акция «Новогодний Дед Мороз» не единичная. Дальше ее маршрут пройдет по области. Подробности о месте проведения можно будет узнать на сайте госавтоинспекции.